ценностей людей-мишени. Их жизни полностью обесценились. В инете справа, слева мигают, влекут картинки, стирая личность, оставляют их живыми. Так много же рекламы, дети, папы, мамы втыкнули в экраны, телевизоры для них словно храмы. И если бы в реале появились суррогаты, уверен, большинство ужили бы дома, подключившись к аппарату. Ложь выдают за правду средства массовой информации. Стоит до истины докопаться, и будешь там же, где гангадзе. Своей головой думать не надо, наверху уже подумали дяди. Как жить, во что уверить и какие у тебя иметь взгляды. С детского сада, со школьной парты и до пожилого возраста теорию Дарвина про эволюцию внушают попросту. Белое называют черным, а черное белым. Но открывая правду, мы сбой в этой системе. Сбой системы. Сбой системы. Сбой системы. Лучший друг Сергея Юрьевича Белякова с Таганрога. Только его друг или это лучший друг у многих. И будет строчка строгой, скажу, что большинство слушают и смотрят лишь то, что им навязано. И в основном во главе у всех стереотипы. Страны система сбита, смотри, чем ты воспитан. People have it, то, что им дают на блюре. Никто не хочет думать, клоны рулят, те же люди. Главные маневры, последние будут первыми. Советы верные от тех, кто с остальными нервами. И что, наверное, не стоило бы евро, но черный квадрат Малевича считается шедевром. Макияж, маникюр, юбка вместо брюк от кутюры. Ничего, что парень, ведь он моден и гламурен. Мудрец ты или дурень, ответишь сам себе. Будешь ломать систему с нами или сломаешься, как все. Сбой системы. Сбой системы. Сбой системы. В этой системе с каждым днем становлюсь искусней в своем деле. Взламываю пароли, лезу в СМИ, телек. Спамлю ресурсы, чтобы люди заразились от моей туши. Карантин накроются вузы и бусы. Троян внутри моего CD. Нет вакцины, чтобы обойти его. Убереги свое IT. Добавь меня в друзья, теперь я знаю твой IP. Мой червь проник в твой мозговой прокси. Forge.exe хакнет эту прогу. Мы повстанцы против этой матрицы. Кулак на майке, кепка Nike. Плюем на пропаганду всей шайки. Вешают байки, нам система забирает последнюю байку. Пока копейка лежит в руке у попрошайки. Меня никто не спрашивает, когда навязывают свою ложь. Мой город зомби, повелите хаос и гипноз. Сбой системы. Сбой системы. Сбой системы. Системе не нужны патриоты, ей нужны идиоты, которые променяют свою свободу на льготы и банкноты. И глаза, и уши закрыты, и зашиты рты. Но я не подхожу под этот тип людей, а ты. Я не еще одна деталь этого механизма. И мне искренне жаль всех жертв глобализма. Я мыслю непривычно, потому что я личность, а не добыча тех, у кого наличка. Международная организация символом пирамиды занимается благотворительностью для вида. На самом деле кучка одержимых банкиров чего-то решили, что должны править миром. Они купили эфиры, шоу-бизнес и прессу. Своих людей рассадили на все главные кресла. На их лицах маски праведников. Но мы поднимаем массы против них в этом протесте. У них нет страха Божьего, они боятся одного. Того, что мы начнем думать, ведь нас большинство. Включай свои мозги, начни думать своей головой. Становись строй под названием системный сбой.